Юнусбек Евкуров посетил ряд строительных площадок Джарасского района. Осмотрел объекты. Глава республики начал с мечети в сельском поселении Гули на строительной площадке, где в скором времени появится храм. Руководитель субъекта заслушал справку главы администрации Джарасского района о выполненных работах. На строительство мечети трудится бригада из 30 рабочих. Большинство мастеров – жители республики, а также привлечены специалисты из Дагестана. Мечеть строится в башенном стиле. Как отметил подрядчик, строительные работы планируют завершить до конца июня. Мечеть рассчитана на 200 мест. На территории храма расположится медресе, спортивная площадка и небольшой сад, который станет настоящим украшением. Глава Ингушетии отметил, что должное внимание нужно уделить вопросу строительства автостоянки. По его словам, парковка на 50 мест должна быть удобной. Глава Ингушетии также побывал в селении Альгети, где планируется строительство пожарного депо. Как сообщил глава администрации Джарасского района, объект пожарной охраны, в котором расположено помещение для хранения пожарной техники, будет обслуживать не только Альгети, но и Ляжги и Гули. Юнусбек Евкуров осмотрел территорию, где будет построена средняя общеобразовательная школа на 100 ученических мест и детский садик. Руководитель субъекта сделал акцент на обязательном строительстве спортивной площадки для ГТО и воркаута, которые оснастят необходимым оборудованием и тренажерами.